О, эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли. Здесь это симулятор руки. Добро пожаловать в сельский Battle Royale. Это самый реалистичный Battle Royale из всех, которые когда-либо вы видели. Мы с вами играем, естественно, за ручки. Давайте посмотрим, что мы можем делать. Так, bend certain fingers, это понятно. Это у нас можно... Вот так мы можем, да, это сгибать. Нам нужно просто вспомнить, как это происходит. Двигать рукой, это понятно. Правая мышка, это вот так вращать, окей. Да, левая, это схватить. Так, как мы можем смотреть? Смотреть мы можем так, и ходить мы тоже можем так. Едем, едем в соседнее село на Battle Royale! Почта России! Я так полагаю, нам нужно найти с вами сейчас... Даже я даже бегать могу. Смотри, он бежит! Нам нужно найти оружие! Срочно мы заспавнились где-то здесь. Нам срочно нужно найти оружие и начать убивать наших врагов. Я не могу здесь пройти, здесь кто-то навалил кирпичей. Видимо, что-то страшное увидел. Побежали в сторону. Валим, 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 валим. У нас 4 игрока играет, я четвертый. Мы можем ползать. Он как-то вот так ходит, что ли. Вставай! Что это такое? Тихо, тихо, тихо. Побежали, 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 побежали. Нам нужно оружие, иначе без оружия мы не сможем никого завалить, правильно? В туалете наверняка есть оружие. Или в составе. Прыгать я не умею. Здесь пасека. Пасечник точно там что-нибудь припрятал. Ладно, пойдем пока в обход. Потому что если какой-то враг у меня увидит, а здесь игроки неплохо довольно-таки справляются с оружием, точнее с руками справляются, со всеми вытекающими последствиями, то мне вообще будет... Нехорошо. Так, Мекки убил Хонора. Во, я вижу пистолет. Не стреляй! Не стреляй! Нет! Прекрати, он с топором бежит. Не бей! Не надо! Не надо, пожалуйста, не сбивай меня топором. Ладно, он видел, что я его испугал. Смотри, там в доме какой-то лысый мужик ходит. Хитман. Хитман в лысый. Деревенский хитман. Так, ладно, нам нужно сделать что? Нам нужно просто взять... Как нам... так, стоп. Не бей меня, пожалуйста, мне нужно... так, подожди. Как мне двигаться руками? Hands mod, левый shift, все, мы сделали. Так, опускай. Опускай, хватай. Давайте присядем. Так, на себя. Опускай, хватай пистолет, я тебе говорю. Это невозможно. Взял? Так, теперь поднимаем. Поднимаем. Вот так поворачиваем. А как мне теперь... мне нужно, по идее, пальчик подставить. Как же я это сделаю-то? Мне кажется, здесь самое реальное, это... Самое реальное здесь... Да ё-моё. Наверх. Это взять какое-нибудь оружие для ближнего боя, потому что пистолетом стрелять это вообще нереально. У меня пальчик не попал там. Давайте, я по крайней мере, понавожу... Понавожу этим пистолетом на врага. Может быть, он испугается и будет убегать от меня. Как будто я профи. Как будто я вообще пальцами владею своими здесь. Я видел, в доме кто-то сидит. Пойдем в дом к лысому. Газ убил... Здесь, видимо, еще сужается зона. Я победил! Я просто ходил с пистолетом в руках и все. Они, видимо, убегали куда-то. И поэтому проиграли. Газ их уничтожил. Вот и все, Маугли Уинс. Нет, еще кто-то остался. Мастер остался у нас. Один Уинс, им написано. Все, я победил. Дальше-то что делаем? Перезагрузка будет какая-то? Или все, я типа здесь один остался? Так, мой пистолет, он не стреляет. Да, идет загрузка. Я нажимаю на кнопочку, показывая, что я готов. Я готов. Значит, двое, что ли, всего лишь? У меня одна победа, смотри-ка. Так, побежали. Надо топор взять. Нереально брать какие-то пистолеты. Надо брать топор или какую-нибудь мотыгу и пойти и драться. Слушай, мне кажется, это самый реалистичный Battle Royale из всех, которые я когда-либо видел. О, смотри, что это. Отвертка. Нож. Отлично. Так, давайте... F1 сделаем. Так, опускай. Опускай. Хватай. Давайте сядем. Так проще будет. Вперед, вытягивай. Опа! Возьми нож.
Хорошо, возьми. Так. Встаем. Встаем и делаем вот так. Все, и побежали. С ножом в руках я уже могу не держать ведь, да? Так, если мы вдруг сюда переключаемся, я просто начинаю его вот так вот тыкать. Ножиком. Правильно? Все правильно, пошли. Иди сюда, мастерс. Так, стоп. Мне не надо лишних кнопок нажимать. Я с ножичком за тобой бегу. Где ты? Выходи. Там кладбище небольшое есть. У него тоже может быть, кстати, оружие. Где ты, мастерс? Я твоя смерть. Это вообще, это очень круто. Если вы, ребят, симулятор руки еще не играли, эта игра очень популярная, кстати. Несмотря на то, что она выглядит совково, но игра пользуется прям большим спросом. Потому что она уникальна. Она дает тебе возможность пережить опыт, который ты не получишь ни в одной другой игре. Ну и что, где мастерс? Пойдем, короче, его. Окровавленный нож, главное, чтобы меня не вывалился. Все-таки. Пойдем его искать. Он наверняка сидит в каком-нибудь домике. Сейчас только его голову где-нибудь увижу в окне, и все, я пойду за ним сразу же. С заточкой наперевес, я пойду за ним. Пойдем проверим вот этот дом. Я не могу здесь пройти, что ли? Сейчас, погоди. Я надеюсь, ты хорошо вооружился, дружок. Потому что я жажду расплаты. Я захожу. Ну, выходи, подлый трус. Лежаночку себе устроил. Так, здесь никого. Что у меня с руками, кстати? Куда делись мои руки? Мои руки пропали. Куда делись руки? А, все нормально. Так, стоп, стоп, стоп. Мне кажется, у меня рука как-то подзавернулась, да? Так, вот так вот тыкать его будем, да? Про все правильно. Давай опустим чуть-чуть вот так, в область печени. Так, мы же можем с вами как-то еще развернуть. Давайте развернем. Вот так развернем. И вот так вот будем тыкать его. Отлично. Так, погнали. Вот так вот с ножичком бегаю. Battle Royale! Выходи давай! Ну интересно, сидит же, прячется трус. Давай. Я затыкаю тебя, негодяй. Он тоже, видишь, ждет. Кто что будет делать? Ладно, пойдем к нему с ножом. Давай. Затыкивай его. Затыкивай, гада. Он боится подойти. Он мне руку пытается отрубить. Так, давай ему в голову воткнем нож. Тыкай его! Что он делает? Я тоже умею приседать, знаешь ли. Давайте к нему подойдем сейчас по-быстрому как-нибудь. Чтоб он не понял. Нет, он меня заколол! Топориком. Я вовремя не среагировал. Он, видишь, он просто ждал. Masters kills Маугли, Маугли kills Masters. Не очень плохой старт написал. А что, мы опять вдвоем, что ли, будем? Ну ладно, давай. Я нажимаю на кнопку, я готов. Видите, в чем проблема? Как бы он... Этот человек, он просто ждал. То есть тут вариант какой был? Кто-то из нас должен был нападать на другого. А он просто стоял и держал топор на меня направленный. И все. Вот еще один нож. Так, ну сейчас-то я уж точно... Сейчас уж точно я не подведу. Хватай. Хватай! Так, поднимаем. Разворачиваем. Как-то мне надо развернуть его. Сейчас, погоди. Давайте руки поменяем. Стоп! Нет! Ножичек, пожалуйста, не падай. Так, давайте отойдем вот так. Сейчас, погоди. Я его возьму. Стоп. Я должен его аккуратненько взять. Может быть, сесть проще для этого будет. Что-то происходит! Давайте отойдем. Давайте отойдем и встанем.
Так, погнали. Эту руку надо освободить, она застряла у меня. Эта рука застряла, так не пойдет дело. Так, поднимем. Поднимаем. Одна рука вот так у нас пусть. Пусть будет так. Другая рука у нас тоже, мы ее сейчас вытянем. Вот так, теперь мы подходим. Дотянусь, не дотянусь я. Я должен дотянуться. Давай, бери. Бери. Бери нож. А, хватай его. Он не может его схватить. Здесь какой-то хват очень стрёмный. Как в автоматах, где игрушки достаешь с помощью механической руки. Блин, он не хочет его брать. Надо как-то немножко развернуть руку. Пробуем еще раз. Бери. Да возьми его, сам, главное, не порежься. Во, все. Все. Двумя пальчиками взяли. Прекрасно. Теперь отходим. И пошли. И пошли искать подонка. Давайте сделаем следующее. Мы сейчас возьмем... Так, вот эта рука у меня нормальная. Она у меня рабочая будет. Пусти ее. Это рабочая рука. А вот вторая рука, мы ее сейчас вот так вот... Мы ее приберем. Вот так вот пошли. Пойдем. Он наверняка сидит в том же самом доме. Пошли за ним. Он с топором по-любому там. Сидит, высиживает, ждет меня. О! Что это за белая фигня была вокруг? Ладно, это моя текстура, походу. Я же, по идее, это могу не активировать руку. Я просто могу ходить туда-сюда и тыкать его ножом. Так ведь? Пистолет, конечно, преимущественнее здесь. Но с пистолетом совладать... Это очень и очень сложно. Так, надо руку вытянуть. Утягивай руку. Вперед. Утягивай. О! Вот так. Все, зафиксировали, пошли. Он у нас сидел в каком доме? Здесь он сидел, по-моему, у нас. Я думаю, он там и сидит до сих пор. Это человек с ограниченной фантазией. Он явно не придумал никакого другого способа скрыться. Опять ты! Опять ты! Давай, тыкай! Тыкай его! В сторону, в сторону! Так, побежали. Разворачиваемся. Какой хитрец, а, смотри. Я напоролся на топор. Вы видели, как я в шею я ему, по-моему, воткнул за точку. Надо побольше, мне кажется. Есть еще один режим, который называется фастфуд. Этот фастфуд заключается в том, что нам нужно жрать стрёмную еду. И кто быстрее сожрет, тот и победил. Делается это следующим образом. Нам необходимо брать яблочко, еду и жрать ее, а потом ее быстро съедать. Причем нужно брать, вот, допустим, я беру яблоко. Я взял целую корзину. Я взял яблоко. Теперь я подношу его к своему рту, и должен я сказать в голосовой чат, я должен сказать слово «Ом-ном-ном-ном-ном! Ом-ном-ном-ном-ном! Ом-ном-ном-ном-ном!» Я пытаюсь это сделать. Ом-ном-ном-ном-ном! Уже что-то не получается, мне надо перевернуть. Во, вот так, во! Ом-ном-ном-ном-ном! Ом-ном-ном-ном-ном! Что-то, смотрите, не работает. Я подношу к лицу прямо. Давай ешь, или я уже типа откусил. Ладно, может быть, тут по разу только можно откусить. Погнали дальше. Так, следующий. Пирожок нужно съесть. Не такой уж фастфуд, на самом деле. Что за... Пирожок, это вообще не фастфуд. Пирожок — это основа рациона русского человека. Это кладезь питательных веществ. Чё ты смеешься? Ешь давай! Там кошка с ума сошла от гречки, которую ты ей наложил. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Так, мы теперь должны... Теперь мы должны есть. Давай! Ом-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Ом-ням-ням-ням-ням! Ом-ням-ням-ням-ням-ням! Какая вкуснятина! Вкусный пирожок с капустой! Или с картошкой что-то? Ты по-русски говоришь, нет? Дружище? Ом-ням-ням-ням! Are you Russian? Speak English? Oh, okay.
Oh, you speak English? Very nice pizza. Take Russian пирожок, please. Ладно, он явно меня понимает. Ah, so delicious pizza's powerful taste. Так, надо... Он, а смотри, у него пирожков нет, у него только пицца. Он какой-то мексиканец, видимо. Ну-ка, на пиццу надо тоже съесть. Пицца пари! Давай. Пицца пари! Давай, хватай. Я не могу пиццу взять вообще ни одного кусочка. Слишком тонкая. How? You want to try my пирожок? Take пирожок. Окей. No! My pizza slice! Yeah. Got it. Поймал. Слушай, он меня кормит, он не со мной запишет. Пиццу надо есть начинкой вниз. Так, мы отпускаем так и говорим. Что-то не съедается, смотрите, вообще не съедается. Что случилось? Пицца! Какая вкуснятинка! Пицца! Very nice! Мы в него кинем. Я кинул кошки, смотрите. This is so funny. Yeah. Did you try that пирожок? Little pie? Russian traditional pie. Ah, nice. Еще один пирожок давайте съедим. Авторы гении какие-то. Авторы этой игры, это просто они гении. Я не знаю, если я не произношу эти звуки, я и, допустим, я пытаюсь его в себе в рот пихать этот пирожок, он реально не съедается, да, из без звуков. Ну-ка попробуем со звуком. Не получается, короче, его съесть. Flying pies. Летающие пирожки у нас повсюду. Ну, короче говоря, вот такой очень сильный. Did you try apples? Sure. Good. Yeah, take it. All of it! It's yours, my friend. Я ему говорю, все твои... моя тарелка! Я говорю, все твои яблочки и кушай. Слушай, а он вообще практически до огрызка съел. Nice. Eat it! Completely! Don't throw away! This is for you, my friend. Take this apple. Huh? Я говорю, это для тебя, мой друг. Держи это яблочко. Grab it! Хватай, говорю. Ау! Ну что, нормальный парень. Ну пусть англоговорящий, но по крайней мере не матюкающийся. Ладно, короче говоря, давайте на этой веселой ноте закончим эту серию. Why did you do? Он только что блеванул на меня. Как я теперь это есть буду? I don't want to take any more pizza and pies with your vomit. Я говорю, я с твоей блевотиной больше ни пиццу, ни пирожки есть не буду. Он говорит, самая лучшая игра. Окей, Handshake. Yes, my friend. Yeah.
На этой веселой ноте давайте закончим эту серию. Спасибо, что смотрели. Если вам серия понравилась, ставьте лайк. GG, бро. Типа good game, да? Брофист. Бум! Бум! Йоу! Ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, понравилось вам или нет. Ну и в следующем видосе с вами был Маугли, это был симулятор руки. Всегда оставайтесь на высоте и покедово. Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.